Вот этот шарик, что висел на лампе, такой же, как я видел в интернете, на старых люстрах рассказывали. Типа на каком-то радио оно еще светилось. Ну вот, открутил я эту гайку, оказалось она на 11. Но открутилась вместе со шпилькой. Кульминационный момент. Все как в саже какой-то. А вот это тяжелейшее, непонятное. Что это за... Ну, видно, что железяка отлита. И вот тебе вниз. И что это, скажите, пожалуйста? Зачем эта железяка? Тут запакована. Вот. В этот механизм подъема и опускания небольшой. Буквально там поднимает, опускает, ну, сантиметров на 20-25 это момент. Ну, куда? И зачем эта железяка? Внутри просто какая-то, ну, кусочек бумаги вон вижу. Все. Что-то сюда наливалось, потому что и отверстие для залива вот есть. Это для болтов.